В Дагестане наблюдается положительная динамика работы налоговой службы. Об этом говорили сегодня на совещании по итогам деятельности ведомства. Мероприятие прошло с участием налоговиков, а также представителей бизнеса республики. Тему продолжит Зумруд Гамидова. Поступление налога по республике за прошлый год составило более 4 миллиардов рублей, что на 339 больше, чем за 2016 год. В бюджет поступило на 700 тысяч больше установленных бюджетных назначений. По словам налоговиков, положительная динамика поступлений достигнута в основном в результате усиления контроля со стороны налоговых органов, а также проводимая работа с налогоплательщиками. Фактическое увеличение количества комендантов НДС, по которому выявлена нарушение, сумма доначислений за 2017 год уменьшилась. Это является следствием эффективного административного налогового территориальных налоговых органов, налоговых деклараций с использованием программного комплекса. Хизреев подчеркнул, что подобных результатов удалось добиться благодаря новому подходу к организации контрольной работы налоговых органов, основанному на критериях риска, а не на тотальном контроле. Он напомнил, что службой разработана и внедрена концепция системы планирования выездных налоговых проверок, предусматривающая прозрачную и понятную систему отбора объектов для их проведения. Эта позиция реальной налоговой службы, она работает по всей Российской Федерации, мы стараемся разговаривать с налогоплательщиком, убеждать его. Кроме этого, значительно упрощены процедуры взаимодействия налоговых органов с плательщиками. Это касается вопросов регистрации, уплаты налогов и многого другого. Мероприятие стало диалоговой площадкой для общения с бизнесом. В заключение встречи всем желающим была предоставлена возможность задать интересующие вопросы, а также высказать пожелания по совершенствованию налогового законодательства. Зумруд Гамидова, Гилач Курбаналиев, телеканал ННТ, Махачкала.